Друзья, всем добрый день. Меня зовут Ульрика, и я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание. Модное хобби». Это видео будет в формате такого небольшого, я надеюсь, небольшого эпизода про мои вязальные новости, покупки, что у меня сейчас в работе. Даже будут готовые работы. Ну, я не все могу вам показать, покажу те, что могу. И свое видео хочу начать я с небольшого тоже кусочка, который я снимала. Мне пришел подарочек от Леночки с канала Варежка. И это было прям буквально в начале мая. Но так сложились обстоятельства, да, что не могла раньше выпустить видео, потом нужно было выпустить видео «История из истории». Но я всю распаковочку сняла. Вот, и еще раз хочу сказать Леночке огромное спасибо за этот подарок. Я думаю, это видео у меня получилось очень эмоциональным. Вот, и, конечно, я с теплотой вспоминаю все эти подарочки. Еще раз, Леночка, огромное-огромное тебе спасибо. Так что хочу начать свой небольшой эпизод именно с этого видео о подарке. И также, наверное, включу в это видео поездку в Выборг. Мы успели съездить, когда было тепло, в Выборг. Я немножко там поснимала. Кстати, я купила открыточки. И сегодня отправила девочкам. Я купила 5 открыточек. И, в общем-то, те адреса, которые у меня были, отправила сегодня открытки. Так что я надеюсь, потом девочки отпишутся, что они до них благополучно дошли. Так что давайте перейдем к подарку и потом снова с вами встретимся. Друзья, у нас сегодня суббота, 13 апреля, и я только вернулась с почты. У меня вот такая вот посылка, которая пришла мне из Новосибирска от Леночки с канала Варежка. Вообще для меня это было очень неожиданно и очень приятно. Леночка написала, что отправила мне посылочку, и, в общем-то, я сейчас вот пошла ее забрала и буду распаковывать вместе с вами, делиться своими эмоциями. Это что-то очень большое и очень чего-то много. Вот, Моня уже рядышком все обнюхивает. Так что давайте вместе с вами откроем и посмотрим, что же мне прислала Леночка. Вот, прям мне очень-очень приятно и очень, повторюсь, неожиданно. Да, Монь? Ну, давайте открывать. Итак, я открыла, и здесь сразу вот такая вот открыточка. Все упаковано в бумагу. Ой, Лен, большое спасибо. Здесь написано, надеюсь, что эти маленькие приятности сделают твой день более радостным. Лен, спасибо большое. Такая вот классная открытка со спицами. Ганнитель написано. Ушла вязать. Ну, и давайте немножко пошуршим и откроем. Здесь столько много пакетиков, каждый упакован. А, смотрите, какой здесь енот. Это шопер. Посмотрите, какой красивый ирис. Очень красиво, посмотрите. Я недавно смотрела шоперы с ирисами. Как Лена могла это увидеть и почувствовать? Очень-очень красиво. Буду большим удовольствием его носить. У меня, кстати, шоперов не так много. Вернее, у меня есть шоперы, которые дочка не носит, теперь ношу я. Так, здесь что-то тяжелое. Здесь ягодки. Я надеюсь, у меня микрофон работает. Ой, здесь вкусности. Здесь. Мамочки. Так, тут открыточка для сладких моментов. Очень красиво. А, это шоколад молочный, коммунарка с начинкой соленая карамель.
Я, если честно, очень люблю соленую карамель. Вообще в десертах так просто. Есть йогурт с шариками такой, Данон, соленая карамель. Это один из моих любимых. Макароны, соленая карамель. В общем, я вообще большой очень любитель этой сладости. И честно признаюсь, коммунарку со вкусом соленой карамели я не пробовала. Еще говорят, вышла вишня с перцем, насколько я помню правильно. Я еще пока за ней гоняюсь, не нашла в ближайших магазинах. Очень вкусно, Леночка, большое тебе спасибо. Я знаю, что я уже все уши, наверное, всем прожужжала, что коммунарка – это мой любимый шоколад именно вот с такими начинками. А здесь черный чай гейша. Состав цейлонский черный чай, цукаты, календула, хризантема даже и ароматические масла. Вот такой очень красивый. Спасибо большое, буду с удовольствием пить. Не пахнет, но я пока не буду открывать, но мне кажется, там очень-очень все вкусно. Так, тут сорока. Боже мой, это носочки. Я это сделала за тебя, представляете? Смотрите, какие носочки поперечным вязанием. Леночка. Я, кстати, вроде бы где-то в Лена упоминала, что она вяжет носки поперечным вот вязанием. Я не могла подумать, что это будет для меня. Но это очень красиво. Это вторые мои носочки, которые... Я сейчас разрыдаюсь. Связали для меня девочки. Первая мне связала Светочка и подарила на встрече. Они из более толстой пряжи, из Elize Wool Time. Я, правда, сразу их одела и носила дома. И до сих пор, когда прохладно, ноги мерзнут, я их одеваю. Но это вообще что-то невероятное. Мне кажется, это артисан, что мне напоминает расцветка. Я, конечно, не решилась бы вязать носки крючком. Это представляете, какая работа проделана, Лена? Я тебе, не знаю, посылаю миллион просто лучиков. Спасибо, добра, теплоты. Это будут мои самые любимые носочки. Я даже не знаю, как их вообще носить, но я знаю, что так нельзя оставить и не носить, потому что их связали именно для тебя, чтобы ты их не просто хранил в шкафу, а именно использовал по назначению. Так что это, мне кажется, будут одни из моих самых любимых. Спасибо тебе большое. Тут что-то очень, очень мягкое. Написано Cool Wool, студия уютной пряжи. Тихо. Я извиняюсь. Микрофон попало. Наверное, мне кажется, какие-то два моточка пряжи. Нет, один. Свяжи себе что-нибудь снежное. Смотрите, какой классный домик в лесу. Я думала, это два моточка. Нет, это пряжа одна из моих мечт. Это Regia Premium Silk Fourply. В 100 граммах. 400 метров, здесь 55% шерсти, 25% полиамид и 20% шелк. Я снимаю, у нас такое солнышко, давайте не будем на него обижаться, потому что для Питера солнышко, знаете, да, это просто очень что-то очень редкое. Но здесь написано артикул номер 980-16-32, это что-то очень-очень мягкое. Это могут быть и перчатки, и шарфик, потому что он очень мягкий, моточек такой шелком. Я давно смотрю, я знаю, сколько он стоит. Лена, это очень-очень дорогой ценный подарок. Мою коллекцию обязательно на новый сезон я себе свяжу. И здесь мой любимый цвет голубой. Ну, как видите, я вот в розовой толстовке, как прибежала, сразу села снимать. И голубой это... У меня, кстати, сейчас парк тоже розового цвета, такого нежного. В общем, все, как я люблю. Лена, огромное тебе спасибо. Это очень-очень приятно. Подарки еще не заканчиваются. Я не знаю, Лена, ты меня просто решила задарить. Так, тут моя наклейка отвалилась. Здесь была вот такая совушка.
Посмотрите, что у меня теперь есть. Для теплых объятий. Смотрите, какая картина красивая. Это кит. Он связан из чего-то очень такого нежного. Я даже не знаю, что это за пряжа. Но это не имеет значения, потому что он невероятно классный. Это вторая моя игрушка. Одна у меня... Другой рядом. Одна у меня... Сейчас я вам покажу. Всегда рядом со мной. Это такса, которую мне вязала Валя. Это Монечка. А Монька? Там птица летает, она смотрит. Теперь у меня будет вот такой вот кит. Рядом со мной, всегда возле подушки. И в прошлом году, когда мы с сыном ездили на операцию, я брала ее в больницу с собой. Мне было от этого очень тепло и комфортно. Она была со мной рядышком, даже там. И теперь у меня есть еще вот такая вот красотища. Это просто ленты столько сделала для меня вообще своими руками. И носочки, и кита связала. Просто посмотрите на этот классный хвост, плавник. Боже мой, он спящий кит, это точно для того, чтобы они вместе были рядом со мной. Огромное тебе спасибо. Как задержаться и не залить здесь все слезами, потому что это очень приятно. Спасибо тебе огромное. И это еще тоже не все. Что-то маленькое. Смотрите, с мухоморчика. Ой, это моточек пряжи. А что если да? Тут такое вот. Скала и море. А, знаете, я извиняюсь за маникюр. Скоро пойду на новый. Soft Donegal 100% мерино, 100 граммов, 380 метров. Такого красивого молочного цвета. Я никогда в своей жизни не держала в руках Донегала, и вообще мне ничего нет. Хотя Валя говорит, что Моня связана из Донегала. Вот, наверное, вот это, хотя, может, и вся рыженькая. Это классно, я попробую его обязательно. Все так много поют хвалебные оды этой пряжи. Особенно мне нравится вот эта картина. Она мне напоминает... ну вот у меня в голове всплыла эта скала Киселева. Помните, в... Господи, все путаю. В бриллиантовой руке, когда на рыбалку повезли. Да, там именно возле скалы Киселева снимали этот фильм. И вот по виду она похожа. Хотя это еще может напоминать какой-нибудь берег Новой Зеландии. Почему нет? Вот, но это моя, не знаю, моя мечта жить в море. И тут прям написано, а что если да? Да? Почему нет? Спасибо большое. Он очень мягкий. Тоже это вот, знаете, есть такие жемчужинки в коллекции, которые хочется, я имею в виду пряжи, хранить и смотреть. У меня есть 100% кашемир, который мне дарила Олечка. Но у меня уже есть, я считаю, что это неправильно, да, что он лежит. У меня есть для него идея, тем более после того, как Юльчик Везухина жизнь связала из него целое поло, футболку, я тоже придумала, что я могу связать футболку, попробовать из него. Вот, а для этого я тоже обязательно что-нибудь придумаю. Мамочки, тут что-то вот такое вот большое, написано куколка, и прям, ой, там тоже сорока, что-то beauty написано, здесь есть открыточка, сияй всегда. Плотно лента. Вот
Это набор, я так понимаю, масочек. Вот так, куколка бьюти. Маски для губ, для глаз, патчи. Их здесь просто безумное количество. Все очень красиво упаковано. Это как нельзя сейчас, кстати, потому что такая погода, солнышко, и хочется, конечно, чтобы кожа была здоровой, увлажнить ее. Я, кстати, все свои маски, которые покупала, раздарила, куда-то вкладывала в подарки. Так что это вообще очень-очень для меня актуально. Лена, спасибо большое. Целая коробка. Здесь я даже не могу представить, сколько их штук. Их здесь очень-очень много. Я обязательно их использую. Это еще не все. У меня осталось 2 пакетика. Давайте откроем. Здесь такая божья коробка и что-то плотное. Здесь тоже есть открыточка. Помни, что ты можешь вообразить реально. Для записи гениальных планов ручки стирающиеся. Смотрите, какой здесь классный енотик. Записная книжка. Просто в клеточку. Это всегда must have. Очень классно. И вот такие две ручки, которые стираются. Для схем это... или что-то исправить, когда пишешь. Очень здорово. У меня ни одной такой ручки нету. И также здесь натуральный бальзам для губ с пчелиным воском. Тоже очень и очень актуальная вещь. Ну и все, последний подарок. Но он такой большой. Мне уже и так столько Лена вкусного и красивого и ручной работы подарила. А здесь большое. Я сейчас вам покажу. Я вижу, что это бобинка. Вы только посмотрите. Мне напоминает это звездное небо. Тут даже есть образец. Посмотрите. Ну, из-за солнышка, но я думаю, что вам все равно видно эти все. Вот так, крапушки. Давайте. Здесь есть вдохновение рядом. Это Зенни Баруфа, Лана Брагасессия, Рубата, 100 граммах, 400 метров, 85% меринос, 15% буретный шелк. Есть, да, своя родная бобинка, и он невероятный. Я говорю, он мне напоминает звездное небо. И здесь его много, я предположу, что здесь грамм 500. И здесь есть образец, еще раз повторюсь, наверное, на 3,5 связан, насколько я понимаю, что здесь вот так 3 и еще вот тут вот одна дырочка. А, конечно же, не держим резинку, но лицевой гладью, посмотрите, какая красота. Мне кажется, какой-то свитерок связать. Я, конечно, так плотно не умею вязать, но надо попробовать. Это очень и очень красиво, согласитесь. Лена, столько подарков, столько всего невероятного, столько всего красивого. Я тебе очень и очень благодарна. Спасибо тебе гигантское. И этот подарок прошел, знаете уже, это второй подарок, который приходит в тот период времени, когда действительно мне надо немножко отвлечься, порадоваться, да, то есть отключить какие-то свои переживательные моменты. И это опять неожиданно, это было как сваленным подарком. Теперь Лена, девочки, огромное вам спасибо за эту поддержку, за то, что вы чувствуете меня, за то, что решили отвлечь меня от таких непростых, скажем так, моментов на сегодняшний день. Да, то есть я не скрываю, да, что я сильно сейчас переживаю. В декабре у нас мы делали на одну ногу операцию, мы сейчас идем в мае на другую. И, конечно, как для мамы, для меня это очень переживательный момент. И это второй подарок, который
внес, да, в мои такие переживания, такие радостные моменты. Я обязательно из всей пряжи, что ты мне подарила, свяжу и буду тебя вспоминать. Это очень и очень ценно. Буду носить с удовольствием носочки, буду обниматься обязательно с этим замечательным китом. Надо дать ему, кстати, имя. Возможно, даже он со мной поедет, вот, чтобы поддержать. Так что я тебе безумно и безгранично благодарна. Спасибо тебе большое. Все подарки очень-очень замечательные и очень дорогие. Я просто могу представить, сколько даже просто эмоций было вложено твоих, да, то есть ты его готовила, собирала для меня, упаковывала каждый подарочек в свою упаковку. Это очень-очень приятно, что ты думала в этот момент обо мне. Вообще просто подумала так неожиданно подарить мне этот подарок. Я тебе очень благодарна. Обязательно сейчас пойду в личные сообщения. Там тебе еще миллион раз скажу спасибо. Я очень-очень рада, очень счастлива и очень довольна. Спасибо. Так что вот такой замечательный подарочек у меня появился. Вся пряжа невероятно красивая, все вообще с такой теплотой, душой было собрано. И я в видео говорила, что именно эти положительные эмоции мне нужны были на тот момент. И спасибо Леночке большое. Лен, спасибо, просто я обращаюсь к тебе лично. Огромное спасибо за этот невероятный подарок. И давайте перейдем к готовым работам. Это кардиган. По описанию, к сожалению, автора не помню, может быть, это Кейдри, называется он Дюнс, и я его, кстати, вязала, когда смотрела вторую Дюну, фильм с мужем. Я, если честно, большой фанат Дюны и первой части, и второй мне очень она нравится, и все актеры и герои, в общем, у меня был такой тематический процесс. У меня еще здесь нет пуговицы. Здесь, как видите, вот такой и по рукавам тоже узор. Павлиний хвост вроде бы он называется. Это сочетание двух ниточек. Я в Greenline покупала в магазине специально для этой ниточки. Это 100% Lamb's Wool. И это Super Kid Mohair. Да, 67% нейлон, 28% и меринос 5% в 100 граммах, 1000 метров, и у меня 300 грамм, соответственно, у меня еще очень много. Посмотрите на эти красивые волосята. Я прям и хотела вот это сочетание, чтобы связать себе кардиган. У меня, кстати, Lamb's Wool осталось еще много этого цвета. И, соответственно, мохера, и мне бы хотелось, наверное, связать себе какую-нибудь лобопейсу из такого цвета. Мне что-то в последнее время стало много попадаться жаккардовых свитеров, лобопейс в таком цвете и в сочетании с белым или бежевым. У меня тоже есть Lamb's Wool в бежевом цвете, добавить в ниточку мохера, и можно связать себе какой-нибудь лапопейс. Я, конечно, если честно, очень скучаю по жаккарду, хочу обратно вернуть его в свою жизнь. И, не знаю, конечно, сейчас лето, вот я стою, у нас жара 23 градуса, даже, может, уже 25. Мне, конечно, жарко в этом кардигане, вот, но мне очень хочется вязать в последнее время все только плечевое. Вот, в общем, у меня остаток есть. Lamb's Wool, по-моему, всего лишь в две нити вязала и в одну нить мохера на спицах номер 5. То есть это было такое быстрое, комфортное вязание. Единственное, что мне не очень нравится, во-первых, я вязала по описанию, и это вот такая вот длина. Это во-первых. А во-вторых, пуговицы начинаются аж вот здесь. То есть не совсем, скажем так, это удобно. Я бы хотела где-нибудь их вот здесь повыше, но здесь так делаются прибавки, что только вот в этом месте они заканчиваются. В принципе, его можно носить не застегивая. Он довольно-таки комфортный здесь. Спущенное плечо, все как я люблю, вяжется сверху вниз, набирается. Вот. Очень комфортный, мне не колет.
Я, к сожалению, забыла, как называется махер. Здесь не написан артикул, но если я не ошибаюсь, то это может быть Аврора, хотя я могу ошибаться. Если я найду, подпишу, как называется именно этот махер. Вот. А так мне нравится вот так вот накинуть. Очень классно. Мне кажется, это будет очень носибельная вещь в моем гардеробе, даже вот без пуговиц, хотя пуговицы я купила черные, где-то рядышком были, я их уже не вижу. Просто обычные черные пуговицы, как я на красный кардиган Сашуле пришивала, просто их было 5, а 2 пуговицы мне осталось, сюда мне надо 3, и, в общем-то, я докупила еще пуговиц черных, они хорошие, кстати, 2 сантиметра в диаметре, то есть они сюда тоже идеально подойдут. Вот, так что готовое изделие, вес напишу, еще не взвешивала, закрывала здесь тоже все иглой, у меня в последнее время прям фишка на это закрытие, я очень его люблю, и вот это вот много-много петель я тоже закрывала иглой, и у Саши на кардигане тоже там больше 200 с чем-то петель я все это закрывала иглой. Вот, так что по спинке тоже там узор. Некомфортно показывать, но я веду в маленьком уголке. В общем, я хотела с вами поделиться. Это готовое номер 1 изделие. Номер 2 я связала носочки. Это носочки, которые я начала вязать на встрече с девочками в Москве. У меня был немного готов один носок. В общем, я довязала и его, и второй. Так они выглядят. Обычные носочки с пяточкой бумеранг. Такого вот цвета. Ализе Артисан у меня голубого цвета для контраста. Это прям как-то немножко вот так они выглядят. В общем, у меня вот такие вот получились памятные носочки. У меня что-то опять выключило на носки. У меня осталась пряжа. И это, которую Юлечка мне дарила. И, соответственно, артисан голубого цвета. Я как раз была с сыном в больнице. И связала второй носок. И думаю, ну, хочется что-то еще вязать. Да, то есть время у меня еще было свободное. Я начала вязать укороченные носки узором Broken Seeds. И у меня... Сейчас я вам покажу. Вот так они выглядят. Такой вот тут пошел. Ну, узор хеликс, да. И вы знаете, что-то у меня они вообще не пошли. Вот я связала, и я дико хочу это все распустить. Тут даже такую пятку типа укрепленную сделала. Французскую давно ее не вязала. Вы не поверите, здесь 68 петель, но я настолько это слабо вяжу, даже на спицах номер 2, что это подходит мужу. На 43-44 размер по обхвату. Представляете, на мою ногу это велико. Хотя я вяжу на 60... Раньше вообще всегда вязала на 68 петель. И, в общем, я не знаю, я хочу, конечно, распустить, но что-то мне говорит о том, что не распускай, довяжи, и просто будут укороченные мужу носки. У него только одни укороченные, которые носят дома. Такие тоже я хеликсом вязала, оранжевые с серым. Вот. Но, в общем, пока не распускаю, может быть... довяжу, он будет счастлив. Он вообще на самом деле любит такие яркие носки и выбирал оранжевые, которые я ему уже перед этим связала, ему не пришла, сам цвет. Никакие не темные, а вот именно такие яркие захотел. Вот, так что 2 готовых изделия я вам показала, кардиганы, носки. Третье это был красный кардиган, который для проекта «История из истории». Его вы могли видеть в отдельном видео. Я безумно рада этому кардигану. И давайте я, наверное, покажу, над чем я сейчас работаю, что вяжу, и потом перейдем к покупкам. И первый процесс у меня в моей корзинке, он идеально туда вошел. Это кардиган. Я говорила в предыдущем видео «История из истории», что я буду вязать второй кардиган, и что это будет описание для нашей с Олечкой платной группы.
A&O, совместное вязание. Я всегда под всеми видео оставляю ссылочки и также ссылку на каталог, где вы можете посмотреть, какие изделия у нас уже есть в группе. И, в общем-то, я решила не откладывать в долгий ящик, начала вязать кардиган. Я вам говорила о том, что хочу серый, либо белый, либо твидовый. Я отвязала образцы из розового твида и из других ниточек, даже из камберы. Я вам ставлю фотографии, я делилась в своем телеграм-канале, ссылку тоже вы можете найти под этим видео. Я как-то постараюсь очень вести его поактивнее, потому что бывает и там тоже затишье. Вот, но что-то мне говорил о том, что из камберы я не хочу вязать кардиган, что я ее хочу попробовать все-таки в каком-то свитере, именно вот, ну, в свитере, в джемпере. И я решила ее отложить, этот артикул. У меня, кстати, есть камбера еще, по-моему, в зеленом и белом цвете. В общем, я вижу ее в, ну, в свитерах, в каких-то джемперах, не в кардиганах, хотя, по-моему, Маша Спаркл Нит вязала красную такую, ну, это можно сказать, кофточка, да, такая вот классическая на маленьких пуговках, по-моему, тоже из камберы, но я хочу что-то связать, попробовать свитер, тем более там такой серый цвет, у меня тоже сейчас в последнее время тянет на что-то такое вот серенькое, светленькое. В общем, я взяла другую ниточку. У меня вот такой вот красивый получается кардиган. Я безумно рада, что я его вяжу в таком цвете. Вот так я уже провязала, уже соединила вязание в круг, вяжу длину. Это сочетание двух ниточек Мохера Вирджиния. Я вам ставлю фотографию и номер. И вот такой вот у меня гребенной меринос. Я не знаю, я под чем была, когда я его заказывала. Но у меня два цвета, белый и вот такой именно гребенного мериноса. Я не люблю гребеновый меринос, терпеть ненавижу. Вот. Но в сочетании с мохером, и, кстати, белый джемперок, который я вязала с Верой в совместнике, Source, который называется, я его сочетала с ниточкой, забыла артикул, но там тоже шерсть вспушенная с хлопком. Или хлопок с пушеной шерстью. Ну, в общем, он тоже эффект такой махеровый. Классно получилось. И я достала, у меня много вот такого, наверное, ну, полкило точно. То есть 500 грамм у меня есть этого гребенного мериноса. И это всего лишь первый моточек. И вы понимаете, что я уже вот сколько отвязала. Много. И мне, в общем-то, его еще хватит. И у меня еще там остается, но я не расстраиваюсь. Мне очень понравилось сочетание мохера и этой ниточки. Такой он симпатичный получился, джинсовый, такой голубой цвет. Хотя вам он темненький передается, я бы сказала, он чуть-чуть в жизни светлее. Это маркер прогресса я повесила. Вот, и я думаю, и тем более я вяжу всего лишь гребенного мериноса. Вот здесь смотан сразу в две ниточки тоненькие. Всего лишь одну вот нить и две нити мохера. Я уже извязала два моточка мохера. Это вторые два. И так получилось, что у меня было их пять. Я заказывала к этой пряже сочетание, да, чтобы подбирала цвет. И поняла, что мне 5 мотков не хватит. Заказала еще 5 моточков. И там пришла другая партия. Они буквально на какую-то тональность отличаются. В общем, я беру из одной, из второй партии в две нити, вяжу этот мохер. И, в общем, я уже две связала. Это вторые два, они по 25 грамм. То есть это 50 грамм я уже вот связала сюда мохера. И мне, в общем, нравится. Я буду потом что-то вязать, знаете, тоже красивый, до сих пор у меня в голове красивый был свитер номер 25, по-моему, от My Favorite Things Knitwear. Вязала Наташенька из Карелии. По-моему, тоже у нее такой вот цвет получился. И я думаю, что можно потом будет также сочетать, если попаду в плотность, и связать этот же свитер себе в таком цвете.
Вот, в общем, вяжу, снимаю, уже все отсняла, ну, для данного этапа. То есть я сняла, как набирать плечики, делать прибавки, переплетения и, в общем, так далее. Вот так вот переходят косы из спинки на плечико. Тут вот, как видите, есть скос плеча, по горловине есть углубление. Вот вяжется. И, в общем-то, очень красиво смотрится. Это то, над чем я сейчас активно очень работаю, потому что стараюсь за эту неделю закончить. Хочу, по крайней мере, закончить. Есть планы на следующую неделю, на выходные, где я могу его взять и пофотографировать. Ну, так, чтобы было красиво, не так вот здесь в уголочке вам показывать. Я очень надеюсь, что я успею. Я смотрю на Сашин кардиган, он у меня здесь рядышком. Я посмотрела, что длина у Саши вот здесь 6 переплетений. Я думаю, что я сделаю 10, потом примерю, потому что 6 для меня маловато. Вот. Ну, естественно, это размер побольше, чем Сашин. Это я сейчас не смогу примерить, но в следующем видео, я думаю, что я вам его еще более подробно покажу. Это работа номер один, которая у меня сейчас в большом приоритете. И есть вторая моя любовь, которую я потихоньку вяжу. Сейчас я вам покажу поближе. У меня есть вот такая корзина. И здесь много очень хлопка. Это будет будущий топ, на который тоже планирую описание. И даже планирую тестовую группу. Вот такой у меня здесь идет узор. Это спинка. То есть узор будет вот так складываться. Не могу к себе приложить, там микрофон задеваю. В общем, вот так выглядит узор. Очень центрально получается коса, и от нее будет такой вот ажурный узор. Вот, вот так видно. Неплохо. Тут, кстати, ниточка такая, она с твидовым эффектом. На ней крапушки. Вот вы видите яркие розовые и кое-где есть салатовые. Вот. Вяжу прям много нитей, потому что это хлопок 2800 метров на 100 грамм. Я вяжу в 9 нитей. На спицах номер 3,5 Лики Блаш. Обожаю их. Кстати, этот процент... Этот процесс я вяжу на Лики Амбер. Тоже классные. У меня набор, это мой самый первый набор деревянных спиц. Вот, в общем, вот такой вот у меня планируется. Это будет топ. Еще не решила, своеобразной или круглой горловиной, который тоже будет набираться плечи вперед. И там будут интересные рукавчики. Вот, но это вот пока... потихоньку и не торопясь, потому что хочу успеть с кардиганом побыстрее. Вот. Давайте я сейчас вас приглашу в небольшую нашу поездку по Выборгу. И дальше мы с вами откроем. У меня есть, я еще не открывала, я только забрала 3 посылочки с покупками. И посмотрим, что я приобрела. Thank you.
все же захотелось вам показать кардиган. Вот как он смотрится. Мне кажется, жилет такой будет классный. Вот я сейчас одела на футболку. Тоже спущенное плечо. Мне кажется, так вам хорошо сейчас цвет передается. Он абсолютно не темно какой-то джинсовый, он светлый. Ну, сейчас такое непонятное, скажем так, освещение. И вот у меня здесь 4. Я думаю, надо побольше переплетений. Не смотрите, что он по фигуре сейчас. Все это разглаживается. Я отвязывала образец, и косы будут очень хорошо видны. И на самом деле я не люблю оверсайзы. Для меня вот как он потом мерино с махером раскроется, будет идеальным. Здесь вот создается такое впечатление непрерывного полотна. Вот, ну, в общем, немножко вам показала. Ну и давайте перейдем к покупкам. У меня одна покупка из магазина «Пряжа ваша». Давайте я сейчас открою, вот она еще все запечатанная. Так, первый артикул, это будет вот такой красивый шалфеевый цвет. У меня, правда, нету пряжи в таком цвете, и когда я увидела, мне показалось, он очень красивый, и надо, в общем, такой цвет себе в коллекцию заиметь. Это Talegna артикул Wool Coat, 50% меринос, 50% хлопка, в 100 граммах 1500 метров. И у меня здесь, по-моему, насколько я помню, точно полкило есть. 500, наверное, может 550. Такой очень красивый цвет. И второй артикул. Тут мне конфетки Катя положила. Катя, спасибо большое. Это Зеня Баруха, артикул Баба, 70% мериноса, 30% кашемира, в 100 граммах 1500 метров. Вот такой вот Барби. Я когда увидела, влюбилась. Здесь не помню, но в общем в сумме получается... Мне очень даже хватит на какой-нибудь свитерок. Очень красивый Барби цвет. Не смогла пройти мимо и тем более попробовать этот артикул в деле. Видела, другие девочки-блогеры вяжут из него свитерочки и очень довольны. Вот. И вторая посылка, две посылки из магазина Yarn & Co. Это один из моих в последнее время любимых магазинов, где можно найти интересную пряжу. Это не реклама, я за все плачу сама, покупаю и очень его люблю. Давайте их откроем. Так, я открыла просто за кадром, чтобы не шелестеть, не резать. Здесь 4 бобинки. И хочу начать вот с такой красотки. На эту покупку меня вдохновила Сари Нурланд. У нее есть очень красивый джемпер с таким теневым фактурным узором. Я вам вставлю фотографию. И она его тоже вязала из пряжи с шелком. И это у меня здесь 50% мериноса, 50% шелка, в 100 граммах 1000 метров, у меня 600 грамм, очень красивый цвет. Я еще не вязала из такой ниточки. Мне очень нравится, очень-очень красивый такой цвет тауп. Практически такой же цвет у Сари в ее джемперочке. И, в общем-то, я планирую из этой ниточки связать именно такой себе тоже джемперок. Она в бобине блестит, но это же шелк. И очень-очень приятная по ощущениям. Абсолютно, мне кажется, будет не колючая. А потом вот такая вот красотка. Такая вот меланжевая. Это у нас Драка. Драка Малфой. Просто Драка. 22% шелка, 8 махера и 70 мериноса в 100 граммах, 320 метров. Это такая цепочка. Очень красивый цвет. Такой с беленьким. Голубой с белым меланж. Мне кажется, и в узоре, и просто лицевой гладью будет невероятно красиво. Потом здесь у меня две вот такие вот бобинки. И это красотка. Это 100% шелк Mulberry. Регина Пурлана. Пурлана. Вес 400 грамм у меня. В 100 граммах 450 метров. И это цепочка тоже такая вот.
Я не вязала никогда из 100% шелка и, в общем, решила попробовать. Мой выбор пал именно на этот артикул, и что он в цепочке. Я даже согласна вязать тонкими спицами или, может быть, даже просто обычную какую-нибудь маечку на машинке. Очень хочу попробовать вообще шелк в деле и в своем гардеробе, поэтому еще заказала такой цвет. Он молочный, я бы сказала, не белый. Вот, чтобы подошло, скажем так, к любому низу, к юбке, к брюкам, к джинсам, к льняным. В общем, чтобы был такой универсальный. А это у меня 80% меринос, 20% кашемир, артикул K-Shell, в 100 граммах 250 метров, то есть можно смело вязать просто в одну ниточку. Тоже такой молочный цвет, очень красивый. Вот, что-то, в общем, летнее, что-то потеплее, но вот эти вот две бобинки, это просто любовная любовь. Я не могу сказать, что я те не люблю, те я тоже выбирала, покупала, вот, но это то, что я прям очень и очень хочу попробовать. Особенно вот этот шелк. Мне кажется, будет очень классно и очень комфортно летом, и можно с собой взять будет такую маечку в отпуск. Ну, это все мои новости на сегодняшний день. Показала вам, над чем сейчас работаю, что купила и что связала. У меня, открою большой секрет, есть еще 2 готовых изделия, но это для одного проекта, поэтому я вам сейчас их не покажу. Покажу уже, когда будет этот проект. Вот. Ну, так вроде бы все. Я надеюсь, что этот маленький эпизод действительно получился маленьким, потому что, ну, мне особо рассказать было нечего. Небольшие проекты сейчас в работе. Вот, но я правда сейчас заряжена вязать именно плечевые изделия. Мне это очень нравится, приносит большое удовольствие. Я довяжу кардиган и хочу вязать дальше топы, маечки. Мой любимый топ. Я достала уже летние вещи, поменяла с зимними. И один из моих любимых топов на лето – это топ Аура по описанию Юли Лопатько, если я не ошибаюсь. Он у меня был связан из пряжи Drops BL белого цвета. И, в общем, я в этом году и достала, и поняла, что пожелтел. Вот, что он уже такого не очень приглядного вида. И мне было очень жалко, потому что я реально его очень любила. Мне нравится его дизайн, его фасон, как он сидит. В общем, идеальный был для меня вариант под джинсы, юбки, шорты и так далее. Летом я его просто с любовью большой, именно рука тянулась к нему, и, ну, в общем, белое пожелтело. Поэтому мне надо что-то на замену, буду обязательно тоже вязать. Ну, свяжу еще из твида, из твидового хлопка себе топ, и что-то буду еще придумать, хотя у меня уже есть идея. Вот, так что я вам хочу всем сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я рада к вам вернуться. Если вы впервые на моем канале, я буду рада с вами увидеться снова. Ну, а я с вами не прощаюсь, говорю, до новых видео.